Здравствуйте, вы не знаете, что вы этот хлопец со стялом ходит сегодня? Не знаю. День Конституции. День Конституции. А, да, а скажите, нам потребна Конституция или нет? Не знаю. Який хлопец? Вот эту. Не знаю. Наверное, праздник. Які? Конституция. А, Конституция? Добрый, дякую. А скажите, а чего этот хлопец со стягом, вы не ведаете? Мы не знаем, мы не знаем. Скажите, коли ласка, а чего хлопец со стягом? День Конституции, да? Поздравляю. А потребна нам Конституция? Ну как, это же законы. Ну, як-то защищает нас, работу предоставляют, там все. Ну, я не знаю, ну надо жить по чем-то, надо во что-то верить. Кто в Бога, кто? Кто в Конституции? Не знаю, что он хочет. Ну, мой дурный. А вы ему скажите. Не ведаете, чего со стягом? Пускай ходит на здоровье, ходит. Что нам жалко. А не ведаете, чего? Не знаю, мы не хотим знать. Мо шарики за ролики. А нет. А мой кое свято сегодня? Нет, нет. Не сегодня день Конституции. Дякую. А, да. Этот хлопец ходит со стягом, не ведаете сегодня? Не знаю. Наверное. 100 грамм хочет сегодня выходной, а вы ему не дали. А мо дурноватый трохи, да, нет? 100 грамм. А мо свято и кое сегодня? Истинный белорус. Не знаю, правильно делает, я. Пускай ходит. Сегодня день Конституции. А, ну так. Віншуем, все. Поздравляю вас. А як вона вам у житті допомогла, наприклад? Ну як, от уже 60 лет исполнилося. І далі, тоже, якщо буде Конституція, буде все нормально. Добре, дякую. Вам, особисто в вашому житті, вона не допомагала вам чи ні? Ні, ну звісно, тихо, спокійно живемо, слава Богу. А що більше треба? Зарплату имеем, что больше надо. А по что рынку? Еще не за день такой? Ну, мой он придурковатый, тем более кое свято. Не знаю. Андрей Владимирович, да, знаю давно. Не знаю, свято я кое еще не. Ну, еще не день Конституции. А, точно. Виншуем. Чем вас и поздравляю. День нежелезности. Ня. Ня. День Конституции. Не ведаю. Мой он некий придурковатый. Не ведаю. Мог утку ему вызвать. Не ведаю. А может, еще не кое свято. Не ведаю. Ще не день Конституції віншуєм. Ні, не ведаю. Мо придуркувати мохуткою визвати. Я думаю, що ні. А ми якось свято? Ну, мабуть. Ще не день Конституції віншуєм. Не знаю. День Конституції. О, добре, віншуєм. Женщини, здрасте, скажіть, коли ласка, ви не ведаєте, чого цей хлопець з тягом ходить? Та хлопцю нема чого робити, так він ходить. Так мохуткою визовем. Ну, хай би дітей годував, да не тягався. Добре, дякую. Може, ще не свято яке? Да, не знаю. Ще не День Конституції, віншуєм. Спасибо. День Конституції, точно. А, тобі показали. Здрасте, скажіть, ви не знаєте, чого цей хлопець з тягом ходить? Ну, так свято сьогодні, да? День Конституції? Ведаєте? Добре, віншую. Мужчини, здрасте, ви не знаєте, чого цей хлопець з тягом ходить? Да, випіч хочеш. Не знаю. Не знаю. Тебе люди з одної бороди, блядь. А ви не знаєте, чого він з тягом ходить? Ой, я ще дурний. Що ж то робиться, да? І коли ви... На білому світі. І коли ви будете гроші заробляти. Так я ж наоборот, я хочу вирости і стати викинутим. Для цього треба отращити бороду. Молодий чоловік, ти бороду вирости. Ти у старості її будеш годувати, а у молодості не надо. У старості не будеш сили її годувати. А ти гроші не заробляєш, то ти знаєш ходити, стрикати людей. Що ти людей стрикаєш, павук? Не знаю. День Конституції, віншую. Добре, слава Богу. А у вас... Спросить хотів, що у вас в ухі там таке? Черга. А для чого? А, ну, це ж по-розному. У різних там народів по-розному було. У казаков це вторий син. От зглаза. Ось. Да. А хрестик є? Ні. Не хрещений? Ні, хрещений. От це саме перше наше это, защита, а це так. Баловство. Ну, це для красоти. Наша защита Конституція. Кому як? А кому Конституція? Конституція сильніше, ніж хрестик. Кому Конституція, кому в Біблії хрестик? Бог сказав, от лица твоего судьба твоя изыдет. То есть, если человек как относится к Богу, так и будет и Конституция соблюдаться или не соблюдаться. Так что... Так Бог виноват. Бог не виноват. Человек виноват. Бог дал человеку свободную волю, чтобы он распорядился ей. А человек... Бог греха не создавал. Грех возник за нашей свободной воли. То есть человек должен выбрать был или слушаться Бога. Бог – это добро. А если противоположное, то это зло. И вот люди слушаются зло часто. Это. Свобода – это зло. Свобода – это не зло. Свобода – это наоборот. Свободные должны быть.
Но свобода от греха, Господь говорит. А грех – это цепи наши, знаете, как вот вы курите. Да. Вот это есть одна из цепочка, которая вас держит. Это вот. А вы уже хотел бы и не курить человек, но уже держится. А еще, например, там другое что-нибудь. Человеком может быть. Вот Господь хочет, чтобы мы были свободными. А Конституция нам помогает. Немало добиться святочного настрою еще не. Полову ведаю, полову не ведаю, что еще не за день и чего еще не павук вышел со стягом. Однако лучше квиншуем и пожидаем пирамен. Блюдите. Блюдите. Ha ha ha.